привет, дорогие зрители! Меня зовут Настя, добро пожаловать на мой канал! И сегодня будет лайв-видео. Ну а пока мы не перешли к основной части видео, я вам хочу напомнить о том, что у меня есть мой телеграм-канал, ссылка на который будет в описании к видео. Там я появляюсь буквально каждый день, делюсь с вами новинками из мира моды и сферы бьюти, но чаще всего новостями из своей жизни. Так что, как обычно, не будем затягивать, поехали! Ну что, всем привет! Я традиционно, если у меня есть окрашивание, начинаю влог с окрашивания. Ребят, захожу домой, а здесь... Да так мило! Смотрите! Такие красивые. Мне так в последнее время хотелось чего-то яркого, свежего, причем во всем, абсолютно во всех сферах жизни. И цветы просто шикарные. Ну что тут говорить, уже традиционно начинаю видео с цветами в руках. Очень красивые. Я надеюсь, вам как-то тоже передается настроение через камеру, потому что, мне кажется, цветы, ну просто даже когда посмотришь, на них уже поднимают настроение. Будет где-то здесь красоваться. А у нас сейчас с вами будет небольшой анпекинг. Мы его заказываем, косметики. И не только. Стоит, ждет вас со вчерашнего вечера. Мне кажется, здесь уже все, что вы видели. Потому что я просто решила обновить свои некоторые позиции, которые закончились. Начинаю я, конечно же, с этой линейки шампуня и кондиционера. Но почему-то сейчас пропал кондиционер отовсюду. Остался только шампунь. А кондиционер я взяла сейчас себе L'Oreal Vitamin Color. Он уже стоит в ванной. Ну, обычный. Он неплохой, не хороший. Наверное, больше, конечно, хороший, чем плохой. Плохой бы я не взяла. Нормальный. Но эта линейка мне нравится намного больше. Пока ее нигде нет почему-то. Следующая вещь. Это вот такая вот маска, которую мне рекомендовали. У нас здесь есть какой-то магазин, салон, который специализируется на профессиональной косметике. Там я покупаю Кевин Мерфи. И они мне порекомендовали эту маску. Она у меня уже была, закончилась, вот взяла еще раз. Она недорогая. Это питательная маска. Мне она нравится. У нее такой самый нейтральный, обычный какой-то аромат маски. Это, если не ошибаюсь, Шварцкоп. Хорошая. Можете попробовать. Мне лично нравится. Дальше что у меня здесь лежит дальше? Дальше. Классика. Моя самая любимая тушь просто. Клаш-клаш. В черном цвете. Красотка. Моя закончилась. Сегодня утром буквально выбросила старую упаковочку. Так. Вот эта вот тушь. Лучшей туши у меня не было. Она действительно делает ресницы, как из рекламы. И карандаш для бровей. Dior Show. Тоже, не знаю, пользуюсь им уже несколько лет. До этого у меня был Chanel, но сейчас Dior. Вот такой вот карандаш. Я предпочитаю брать карандаши для бровей в виде обычного карандаша. Не какого-то механического, а самого обыкновенного, который нужно точить точилочкой. Это уже был не заказ, это я уже прям там купила. Взяла маски с серамидами две, потом взяла вот такую, вот эту я еще не пробовала, эти мне точно нравятся, эту я еще не пробовала. И эта меня привлекла своим цветом, очень красивый. Но я, в принципе, люблю маски Dr. Jart, предпочитаю, чтобы они у меня были всегда, про запас. Я, наверное, бы сказала, что это единственные маски подобного типа, которые мне нравятся. Последний продукт в моей мини-распаковке, это такой вот скраб от Ritals. Прекрасно пахнет. У нас очень маленький выбор в Дугласе Ритуалса, и у нас нет, к сожалению, отдельного магазина. В Берлине, конечно, было просто тьма, у нас приходится заказывать. Но я не то чтобы фанат этой косметики, мне нравятся кремы для тела и скрабы. Но скрабы тоже нравятся не все. Это, если я не ошибаюсь, соляной, но у него очень прекрасный, приятный запах, поэтому буду пользоваться сейчас им. Что по косметике, все. Непривычно как-то сидеть на диване и разговаривать с вами с этого ракурса. Потому что обычно я сижу здесь, на стуле перед камерой, и разговариваю с вами вот возле окна, возле балкона. Но это еще не все. Что я вам очень хотела показать, так это вот эту коробочку. Это, я не знаю, как объяснить, это украинский бренд украшений.
И это мой любимый украинский бренд украшений. Наверное, в целом мой самый любимый бренд украшений. Называется он Пачем. И это не просто украшение для меня, это что-то больше, потому что когда мы с Вовой начинали отношения, Вова мне делал подарки из этого бренда, поэтому у меня есть и колье на шею, и сережки. И, кстати, вот эта вот сережка, вот эта вот прищепка вместе с этой сережкой, это тоже Паче. Вот чего у меня нет от этого бренда, так это колец, но я бы, наверное, тоже их хотела. К сожалению, это не реклама, друзья, к большому сожалению. Хотя я бы с радостью, вообще с радостью рекламировала бы подобные бренды, потому что, блин, если люди делают круто, то они делают круто, прям очень круто. Сейчас будем смотреть. Так, открываем эту красоту. Вот мне еще очень нравится эта коллекция, даже на нее смотрю, мне нравятся кольца отсюда. Там у нас лежит коробочка, вот такая вот коробочка с пыльничком. А внутри просто такая красивая моносерега. Вы только посмотрите на эту красоту. Это так необычно, дизайн прям уникальный, я бы сказала. Красивое сердце. И видела истории, как они разрабатывали этот дизайн. Так интересно, что что-то реально необычное. И очень круто, она массивная, красиво смотрится на ушах. Посмотрите. Не знаю, она фокусирует, мне отсюда не особо понятно. Короче, у меня восторг. Мне каждый раз очень нравится получать что-то из этого бренда. Покупать очень красиво. Просто моя любовь и моя рекомендация, потому что эти украшения, они необычные, не такие, как у всех. Очень классно. Цветочки стоят и радуют. Не могу понять, это лютик или нет? Или все-таки нет? Лютики — любимые цветы, но вот этот мы слово не можем определить. Пожалуйста, знатоки, скажите мне, пожалуйста, это лютик или нет? Потому что в прошлый раз я ирис назвала... Нет, я нарцисс назвала ирисом, а вы меня исправили, что правильно, нарцисс, а не ирис. Хотя для меня это одинаковые цветы. Кажется, вам уже надоела эта розовая кофта. Часто слишком в ней появляюсь. Вот, кстати, проблема вещей такого яркого цвета, лично в моем гардеробе. Они мне быстро надоедают, и мне кажется, что их становится типа не камильфо как-то носить уже. По той причине, что я в них часто очень появляюсь. Поэтому весь мой гардероб — это черный, темно-серый, темно-синий, светло-черный, темно-черный, потертый черный, черный кожаный, черный замшевый, черный в полосочку, в клеточку. Вот все как-то так. А тут розовый. Дорогие мои, небольшая вставочка. Я хочу попросить вас подписаться на мой инстаграм, так как там, конечно же, я появляюсь чаще, чем на YouTube. Ежедневно публикую сторис, публикую посты, и также я часто выкладываю какие-то красивые рилсы. Так что мне будет очень приятно, если вы подпишетесь на меня еще и там. Я собралась. Я, кстати, не помню, сказала вам или нет, что я все-таки купила эту курточку у Zara. Смотрите, она на удивление качества как будто лучшего, чем можно ожидать от Zara. Такой себе мил-мил стиль. Мне очень нравится, как она выглядит. Я уже потренировалась, помонтировала, поснимала. Не знаю, буду ли я снимать прям массами сегодня. Возможно, просто посмотрим с вами, что есть больше. Zara Home. В общем, как всегда, погуляем. Потому что почему бы и нет? Я люблю гулять по магазинам. Я не знаю, мне это успокаивает, мне это нравится. У меня есть на это время. Поэтому почему бы и да. Не знаю. У меня там на последнем этаже, конечно, пожарче. Смотрите, 22 градуса. 22. Так это уже 6 вечера. Днем вообще 25 было. Но у меня просто шок. Называется, я вчера помыла машину. Ну, я не знаю, как это называется. Особенно это. Кто-то просто офигенно открыл дверь. Я нашла здесь, кстати, спортзал хороший, именно зал, не тренировки, как групповые, а просто хороший зал спортивный. Мне нравится эта сумка, вот она в синем цвете, ладно, в голубом, какой же это синий. Очень красивая сумка, но она такая огромная, я не знаю, что в ней носить, но она супер качественная. Мы больше, кстати, вот, я вам не сказала, сразу сумку показывать стала. Обожаю этот материал больше.
Он, конечно, очень приятный и супер нежный. Вот такая сумка еще поменьше, как будто бы. Она, знаете, как будто не поменьше, а как будто помягче. Но хорошая. Сейчас в зеркало посмотрим с вами. Видите, она большая. А вот такие кофточки, ну просто скинс. Вторая кожа. Конечно, что-то здесь они у них торчит сильно, что-то как-то. Ну вы посмотрите. Ну это нам предлагают все-таки носить на спорт и носить под топ. Они невероятно тоненькие. Какая красота. Сколько стоит? Стоит 900 с чем-то гривен. 35 евро. Если я не путаю, я давно не смотрела курс. И вот такой черный бордовый. А вот синий костюм спортивный. Я хочу его померить. Он такой как бы спортивный. И нет. Не знаю. Красивый. Ну, штаны карго с карманами я не люблю, но примерить можно. Давайте посмотрим. И еще мне нравятся вот эти вот топы, потому что это такой глубокий синий с белой полоской. Мне нравятся эти сочетания. Ну, это простые костюмы спортивные. Ну, просто, друзья, слово пацана «кровь на асфальте». Видимо, Ойша вдохновились 90-ми и сделали вот такой вот спортивный костюм. Вам нравится? Ну, моя любовь – это носочки из микрофибры, слитки. Надо сейчас взять парочку, потому что я в том году покупала на лето, но сейчас все растеряла. А сейчас, как видите, у нас потеплело. Нужно снова брать. А вот кофточки, как в Массимо были, помните, я вам показывала? Такие очень тоненькие. Примерно 800 гривен. Красивые. Я не была в этой примерочной. Очень здесь светло. Ну что, называется, взяла штаны посвободнее в размере L. Для того, чтобы они были в пол. Но приходится их опускать прямо на бедра, чтобы они были в пол. Да, мне L. Или XL. Не знаю. Большой на мне размер какой-то. А кофта в размере М или L тоже. Я, в общем, подпишу все. Другой не было, но рукава коротковаты. Но если вы ниже меня на 5 сантиметров, вам будет хорошо, конечно. А на мне все, как в принципе, как обычно. Но мне нравится, как сочетается с кедами. Ну так-то маловато, не знаю. Чувствую, как будто маленькая. Так, на мне верх в размере М был. Так, а штаны Элька. Много таких серых кофточек здесь. И вот такие лонгсливы в сером цвете. Но здесь составы не шерстяные. Это я точно знаю. Ну и цены как не за шерстяные составы. Ну что, можем идти в Зару. Или Массимо. Такой костюм еще есть, вот видите, в черном. Ну, это такой больше графитовый серый цвет, чем черный. И в зеленом, в горчичном. Ну и в молочном. В принципе, много оттенков. Есть из чего выбрать. А в Заре я сразу смотрю на украшения. Часто что-то интересное появляется, но это, конечно, такие массивные серьги. Красивый розовый цвет юбки и сразу висит зеленым. Хорошее сочетание, мне нравится. Такое летнее. А вот какая-то кофта, то ли свитер, такая тонкая. Я хочу ее померить. Мне нравится этот узор на ней. Но у меня нет топа, чтобы мерить с топом. И по какой-то причине все размеры эски. Ну, значит, будем мерить эску. А помните, в Заре была сумка в форме звездочки из этого материала, такая металлическая. Появилось такое сердце теперь. Но оно такое тяжелое, прямо очень маленькое, конечно. Вот новая сумка в Zara а-ля Bottega. Просто сейчас вижу у всех блогеров-стилистов, что они ее берут, но в целом реально красивая. Интересная вещь. Давайте к зеркалу. То есть выглядит вот так вот. Знаете, была бы кожаная, конечно, а так она не кожаная.
Ну хотя, знаете, не кожаная, но материал приятный, не противный. Вот этот отдел Zara Skims. Это спортивная одежда, платье, топы. В целом миленько. Вот смотрите, белье есть. Тоже какое-то спортивное белье получается. Так, что у нас платье в обтяжку. Это такой пеньюар какой-то, не знаю, наверное, тоже как белье можно использовать. Топ и леггинсы, ну не знаю, не знаю. Вот такие вот серьги. Симпатичные. А вот этот жакет с перьями мне нравится. Симпатичный. Я уже взяла, получается, несколько вещей, они все светлые. Что-то пошло не по плану. Ну что, белый синтетический однобортный жакет в размере L. Мне не нравится. Рукава короткие даже для... Даже в L-ке рукава короткие. И он сильно белобумажный. Прям супер светлый. Поэтому сейчас перейдем с вами к этому. Хотя, знаете, цена для Зары прям вообще такая нормальная. Этот жакет в размере M, ну вообще смешно. Хотя я видела, как его неплохо стилизовали. Ну как неплохо, ну так, терпимо. Раньше на мне Зара в размере M нормально была, а сейчас у меня как будто конечности еще выросли. Странно. А вот юбка классная. Представьте, что я без носков. Юбка прикольно выглядит. Юбка в размере M. У нее нет никакой резинки. Просто вот так вот на застежке. Знаете, я сняла носок, чтобы посмотреть все-таки, как это смотрится. Под кеды без носка. Ну, мне нравится. Я бы такую даже носила, даже взяла. Но вот в Будапеште очень много людей, особенно азиатов. В такой юбке просто я уже, наверное, за сегодня человек 5 видела. Супер популярно. Поэтому скорее нет, чем да. Но мне нравится. И в белом цвете тоже хорошо. А вот милый красный кардиган. Ну, точнее не но, а еще у него классные пуговицы. Они такие, видите, молочные с блестками. Красиво смотрится. Так, вообще стоит неплохо, неплохо. А вот просто новогодний жакет, в нем такой тоненький люрекс, видите? Такой вот прям, ну новогодний, я не знаю, как объяснить, серебряный, который хамелеоном светится разными цветами. Смешно. Кстати, я мерила эти балетки на плоском ходу, они из натуральной кожи, как написано. Мой 40 размер на меня маловат, в них неудобно ходить, ты будто без обуви совсем, но не в хорошем смысле. Так что, если думали заказать онлайн, не рекомендую. Мы зашли в Massimo, но я все-таки думаю в Massimo снять отдельный полноценный влог, поэтому вряд ли сейчас много чего покажу, но что-то сейчас да покажу. Такая красивая розовая рубашка. Мне очень нравится, она тоненькая, с пуговицами перламутровыми. Качество невероятное, прям приятное на ощупь, тоненькое, максимально тонкое. Эта сумка мне очень нравится, посмотрите, она даже с моим образом, в котором я сейчас, круто выглядит. Последнее время мне очень нравится Bottega и вот всякие подобные сумки, как Jody, красивая. Ну и такая же еще есть в таком коричневом цвете. Очень приятная кожа. А вот такая модель. Мне кажется, кто-то у меня спрашивал, сколько в ней карманов, сколько в ней отделений. Но это было очень давно, не знаю, вряд ли это уже еще актуально. Но давайте посмотрим, сколько же в ней отделений. В ней пыльник лежит. Одно отделение. Кармашек такой боковой. И закрывается на магнитик. Ну, в целом классная сумка. Очень плотная, кожаная, приятная. Ну, а вот что-то странное. Я не понимаю, как оно тут работает. Не хочется портить конструкцию. Я так понимаю, стилисты старались.
пусть висит. И эти балетки тоже очень красивые, просто полноценный Zero вообще. Замша. Очень такой глубокий коричневый. Такой маленький выбор по сумкам. Хотелось бы вам побольше показать. Но вот здесь в магазине прям совсем чуть-чуть предоставлено. Такой необычный кулон. 49 евро. Можно самому сделать из чего-то. Знаете, и кулон, и браслет одновременно. И вот такая вот сумка. Так, ну конечно, по традиции еще и в Zara Home зашли. Такая здесь сервировка. Симпатичная. Как же мне сильно нравятся эти капустные тарелки. Я не знаю. Это сейчас, наверное, мои любимые. Очень красивые. Я себе так и не купила новую лампу, но уже и не буду. Хочу переехать. Так что не буду с собой таскать ничего лишнего. Вот эти черные свечи красиво, ну, точнее, белые свечи на черной подставке хорошо выглядят. И вот эти свечи, да, немножко так Loewe, на самом деле очень красиво выглядят. Я так не понимаю сейчас. Да, они еще и с ароматом. Красота. Вообще коллекция безумная. Мне очень нравится. Но это для любителей нежнятины. Тоже такая цветочная коллекция. Очень красивая. Дизайнеры стараются вообще на благо расходов, на благо того, чтобы мы становились беднее, но очень красиво. А вот я иду и вижу эту акцентную синюю вазу. Мне тоже сильно нравится. На Аркет похоже, на Аркет Хоум или на тот отдел, который в Аркете. Очень красивая, прям нравится. Но тяжелая, такой, знаете, просто прибить можно. Вы только посмотрите. Вы такое видели? Это так красиво, это очень нежно. Мне так нравится. И эти просто чудесные держатели для салфеток. Друзья, зашла в Кос посмотреть джинсы белые в двух вариантах. И что меня смущает? В том, что эти джинсы совсем не отличаются от тех, которые я недавно мерила в Zara и решила их не брать по той причине, что там джинсы были с разной фурнитурой. То есть была опять кнопка серебряная, а вот эти заклепки были темные. Я такие джинсы игнорирую. Мне кажется, это ну точно не джинсы за 80 с чем-то евро. Хотя бы могли постараться сделать, не знаю, одинаковую фурнитуру. Просто вид портится максимально, но сразу. Мне совсем не нравится, как это выглядит. Вот я вам говорю, идентичные мерила в Заре. Не взяла именно по этой причине. Понятное дело, что если не взяла за 30, то за... Не знаю, сколько эти стоят. 80, 100, 150 точно брать не буду. Ну что, я, кстати, после тренировки зашла в Ови взять сладенького. Ну ладно, сейчас не об этом. Короче, вторые джинсы, которые я мерю. Я их мерила в прошлом видео вам, но тогда был какой-то большой размер. Ну, небольшой, но на меня большой. Я не помню, какой там размер был. Сейчас мерю 28-й. И опять же, мне совсем не нравится, как они сидят. Что-то испортилось, короче. Потому что если я возьму джинсы меньше, они не будут в обтяжку сильно в бедрах. А здесь, ну что это такое? Оно вот так вот торчит со всех сторон. То есть таким бочонком. Мне не нравится. Так, ну ладно, здесь на мне 28 размер. Эти на мне были в размере 28 тоже. Короче, что эти плохо сидят? Хотя эти, наверное, сидят неплохо, но фурнитура очень не нравится. В этих... Фурнитуры нет никакой больше, вот только кнопка. И здесь все качественно сделано, очень хорошо. Но посадка, не знаю. Я насчет них еще подумаю, потому что они хорошо смотрятся с этими кроссовками. И вот так вот тоже неплохо. Но сверху что-то странное происходит. Короче, у меня вопросы. Я не знаю, не уверена, короче. В общем, эти в 28 размере, но эти с джинсами мне нравятся, как выглядят. Я не знаю, зачем я каждый выпуск вам... Каждое видео показываю эти джинсы, но вот как-то меня на них тянет, но пока не купила. Вот в том году у меня были идеальные белые джинсы из Кос, сейчас этой модели нет, а я ее испортила, запачкала и отстирать так не получилось, пришлось выбросить. Друзья, я
я нашла зал, который даже неплохо выглядит для Будапешта, это прям удивительно. Так что вот, отчет, отсчитываюсь. Музыка тут, конечно, играет просто ужасная, но зато выглядит все достаточно приятно. Я схожу в 5 минут, а через 15 минут. Для вас пришла секунда, я уже позанималась, по волосам видно. И что я могу сказать, мне очень нравится заниматься в зале и поднимать что-то тяжелое. Я не знаю почему, но это у меня вызывает чувство завершенности как будто бы. Кстати, я заметила, что... Сколько я носила эту куртку? 2 месяца, может? Может, меньше. Ну, так активно. И ее прям нужно жестко в химчистку сдавать, она вся грязная. Только сейчас обратила внимание. Здесь следы от тонального крема, там на шее даже кровь какая-то. Короче, я не знаю. Белая куртка, это, конечно, весело, но у нее влагоотталкивающая поверхность. Вы поняли, о чем я. Но все равно как-то такое. В общем, курточка всегда будет требовать такая химчистки. Джинсы в Заре. И это джинсы, как оказалось, по скидке. На мне 42 размер. Они полной длины, и это прикольно, конечно. Но они такие чуть-чуть как будто желтоватого оттенка. Поэтому я не уверена, что мне нравится. Но мне нравится, что они длинные и светлые. Что меня покупает в этих джинсах, что здесь пуговицы и заклепки одного цвета, и оно выглядит хорошо. Привет, у нас воскресенье, мы с Вовой сейчас идем в Корк, у них там какой-то special day, и сегодня там готовят панкейки воздушные, очень хочу попробовать, но они какие-то супер сладкие будут, я видела на фото. Но все равно хочу попробовать, потому что это что-то новенькое в Будапеште. Потом, сегодня венгерская Пасха, все закрыто, поэтому работает только Корк, так как это украинское заведение, и вроде бы еще пару булочных. Сегодня у меня такой вот образ, я хотела пойти на самом деле в балетках черных, но у меня болит палец на ноге. Поэтому иду в самой идеальной, удобной обуви. Вот в них, я не знаю, чтобы там с вашими ногами не было, просто мне не с чем сравнить. Я вот только их и ношу. Так вот, это Zara, футболка COS, а брюки COS, мои любимые Golden Goose. И я не знаю, когда я перестану носить эту сумку. И Jill Sander. Так, ну что, мы пришли. И здесь еще остались панкейки. Я заказала ванильные панкейки. О, будет котлету по-киевски и борщ. Ну, а я сегодня по-сладенькому. Во. Котлет по-киевски. Котлета по-киевски и борщ. Чувствовать себя ребенком, который пьет просто детский напиток какой-то. Я просто не смогла из этого пить и попросила принести чашку. А вот принесли панкейки. Очень интересно, какие они на вкус. Сладкий омлет, поэтому чувствую, придется Вове поделиться котлетой по-киевски. Но Вовы просто царский набор, я считаю. Ну, я просто проиграла. Так, мы переиграли ситуацию. Thank you.
нас уже так жарко, что мы решили зайти за холодным бабулки. Действительно, вот прям солнце аж припекало, как прилично. Доброе утро. Сегодня оно начинается с этой маски, потому что мне срочно нужно что-то сделать с лицом. Я ужасно спала. Кстати, я подумала, что, возможно, я все-таки, кстати, взяла эти джинсы, если я вам показывала, не помню, что, возможно, эти джинсы рассчитаны на высокую посадку. Посмотрите, это вполне могло бы быть. Но так как это 42 размер, оно мне прям вот так вот сидит. Но я так понимаю, я могу ремень вставить, и будет хорошо. Потому что мой ремень Saint Laurent как раз, он подходит только на талию. И если джинсы низкие, то, короче, я его почти не ношу, потому что у меня сейчас нет ни одних брюк и джинс с высокой талией. Можно будет носить эти, я так понимаю, таким образом. Но как же я люблю, когда все одного цвета фурнитура. Мне нравится. Мне нравится, что не в пол. У меня здесь небольшой бардак. Вы не обращайте внимания, пожалуйста. Что я могу сказать? Я сегодня всю ночь не спала. У меня опять была бессонница. Меня тошнило вообще. Все сразу. Было фигово. Но надо прожить этот день. И сегодня так получилось, что у меня не пришлось отменить все планы из-за того, что я не спала. То есть у меня был на 9 утра косметолог. Но так как мне было очень плохо, я заснула только к 7. Я его отменила. Также у меня отменилась еще доставка там одна, короче. Поеду снимать шопинг-влог Массимо Дутти. Не снимала уже 1000 лет, если честно, не то чтобы супер себя чувствую, но у меня вот этот вот синдром, когда ты не можешь, вот когда свободный день, ты не можешь его просто просидеть. Тебе нужно что-то делать и чем-то его забить, поэтому еду снимать шопинг-влог. Не было распаковки, потому что я не думала, что они понадобятся так скоро. Понимаете, ну, как это называется? На улице 26 градусов, жара. Так что, судя по всему, они сегодня уже пойдут в бой. Буду что ли в них ходить, еще не уверена. Сейчас померю. Мне кажется, прикольно с сумкой будет. Я не взяла камеру сегодня, потому что я не была, чтобы что-то снимать, но здесь так прикольно, поэтому я решила вам показать это место. Это как японский фастфуд. Короче, оно все очень странное, необычное. В итоге мы продавили, как-то Вова это сделал. Оттуда выпал шарик, и вот так вот выглядит бутылка стеклянная. Короче, эти напитки какие-то, во-первых, тут такие шарики есть, во-вторых, это, знаете, как самая дешевая газировка какая-то детская. Вот это оно. Нам принесли в итоге такую еду. Он в рисе. Интересно. У Вовы Бол? А где мой соевый соус? Вот. У Вовы таких два ролла, да, это он. Бол, а у меня такой половинка. Такая половинка и называется Spicy Tuna. Это очень вкусно и необычно. Да, да, сегодня забирала сокровища. Это батончики украинского бренда Green Chef и Fizzy. И это просто мои любимые. Вот этот вот зеленый, потом Real карамель, шпинат Макси и солт карамель. Это мои, я не знаю, самые классные сладости. Раньше я была фанаткой Яра, но потом, когда они перестали появляться в Сельпо, я обратила внимание на Green Chef, и я не знаю, если вдруг его и их еще не пробовали, к сожалению, это не реклама, но попробуйте. Просто поверьте мне, это очень вкусно. Это, по идее, не так вредно, но я как-то не из этого их покупаю, а больше из-за того, что это очень вкусно. Вот заказала немного из Украины, главное просто не съесть их быстро, а растянуть удовольствие. Так, друзья, небольшой анпэкинг. К сожалению, прям красивую распаковку я вам сделать не смогу, потому что эта вещь у меня с ресейла. Но все-таки запаковать обратно в пыльничек и красиво достать, это мы всегда умеем. Это Bottega Veneta сумка. Я даже не знаю. Не, каждый раз. Я ее просто уже носила, причем носила так прилично. Я не знаю, возможно, вы ее уже видели. Хочу вам ее показать. Вот так вот. Thank you.
не знаю, как вам видно, но это сумка Джоди, замшевая. Я взяла ее на лето, и не знаю, что о ней сказать. Она такая мягенькая, нежная, очень приятного такого бежевого цвета, и подходит под очень много вещей. И, конечно же, моя любовь — это красивые пыльнички. Но на этом, наверное, мне о ней больше нечего сказать. На самом деле, в нее очень много всего помещается. Мне в нее даже поместилась недавно коробочка с круассаном. Ну, вы понимаете? Сейчас у меня в ней лежит, что у меня расческа, ключи от машины, а карт-холдер, да, в принципе, ничего. Сегодня туда еще наушники. Сегодня туда еще положу камеру и буду с ней ходить. Мне кажется, я уже ее затаскала, вот действительно, потому что просто ношу ее бесконечно. Ну, решила вам так чуть-чуть показать. Вот жакет в Zara. Мне очень нравится цвет. Смотрите, хороший цвет. Ну, М-ка на мне маловато. Мне вот странно, знаете, она как бы вроде бы и моего размера, но внутри такой, внизу такое широкое идет, а рукава как будто короткие. То есть тут оно очень широкое. А если его расстегнуть, то вообще как-то странно. Вот не знаю. Такое. Непонятно. Но мне нравится материал. Он такой приятный, тоненький. Неплотный, конечно. И цвет приятный. А вот это хорошо. Видите, так талию подчеркивает. И тут плечи еще дополнительные вроде бы есть. Да, есть. Такой материал необычный какой-то, будто вискозный. Я не уверена. По мне хорошо. Видите, планирую заварить вас шопинг-влогами. Ну, конечно, эта часть видео выйдет в лайве. Но надо же как-то стимулировать людей смотреть лайв-видео. Не только же шопинг-влоги. Брюки, я не знаю, есть еще вкус или нет, ребят. Лучшая покупка из Коз за последний год, наверное. Так у меня на лбу, видите, синяк остался после косметолога. Мне в ней не нравится, что если ее часто расстегивать и застегивать, вот получится вот такая вот штучка. Она будет как будто выпуклая. Но, наверное, если взять полностью новую и надевать ее как-то через верх аккуратно, то проблем не будет. Но очень хорошо выглядит, когда внизу под ней, знаете, есть такие широкие брюки, которые как будто выливаются. Очень классно. Я как вспомню, вот в Берлине, когда жила, я Зару обходила стороной. Такой огромный выбор был в городе, что, ну, просто никогда не хотелось зайти в Зару. Вот я за год в ней там 3 раза была, наверное. А здесь? Ну, куда тут еще идти в Будапеште? Некуда особо. Ладно, это выглядит очень странно. Если вы вдруг увидели на сайте, вам казалось, ой, как красиво смотрится. В жизни вообще материал странный. Сидит непонятный вообще какой-то. Что попало, короче. Что я вам могу сказать? Мы в Батлерс. Буду смотреть всякую красоту для дома. У меня уже нет времени, мне надо домой ехать. А я все шатаюсь. А знаете почему? Потому что я приехала в торговый центр купить Вове цепочку, вы поняли. Вот. Но по дороге же еще много всего красивого. И как это все мимо пройти, вообще непонятно. Ну, конечно, не Zara Home, ничего не скажешь. Красивый стол. Интересно, он мраморный? Да, это действительно мраморная плита. Вообще хороший. Можно узнать, сколько стоит такой столик вообще? 39 900, это немного. Может быть, это не за мрамор, а чисто за эту штучку? 39 900 форинтов, это я не знаю. Это 100 евро. Кто разбирается, скажите мне. Вот это вроде бы симпатично еще. Оно из камня. Оно такое крашеное. Но вот это мне не нравится. Эти верхушечки, они какие-то супер пластиковые. И вот это вот красиво тоже. Весит просто. Слушайте, если вдруг, не дай бог, кто-то вломится вам в дом, убить можно. Так, что еще? О, боже. Это невероятно. Я хочу это. Я не знаю, зачем. Сколько это стоит?
12 тысяч, не знаю, 35 евро, 40 евро. Классно, мне очень нравится. Прекрасная вещь. Аптечка тоже нравится. Только мне такой мало, у меня дома лекарств, вот таких штук 5 надо. Странно было. Ну да, сначала необычно, но... Это кожа больше подходит. А скажите, а у нее вот... Этот размер вообще непонятно. Он такой огромный. Вчера выпила 5 коктейлей. Для меня это рекорд за последний год, наверное. И представляете, что со мной было утром, поэтому восстанавливаюсь своими любимыми вещами. Восстанавливаю, скорее, свою кожу. Также сделала эту чудесную масочку. Действительно освежает. Напилась витаминов. Поэтому надеюсь... Хотя я уже, в принципе, себя нормально чувствую, мне не было плохо. Но все равно, знаете, так неприятно. Мы приехали за булками, а я матчу. Для эстетов просто просьба не смотреть. Это Вовино блюдо. Вова ненавидит яйцо не готовое. И я себе в свой пудинг положила кусок тоста с лососем и яйцом. Все, Вов, можешь забирать. Это твое. Выглядит прикольно вообще. Ну все, теперь лошадиная доза матчи. И вообще можно не есть до вечера. Зашла в Спарк Лимонде. Тут такой прикольный выбор Ганни есть. Во-первых, немножко есть MM6 и футболки. Вот эта Yellowstone вообще прикольная. Потом такая юбка красивая, короткая как будто. Что это за бренд, не знаю, но здесь прикольные плечи. Посмотрите. Вот это красивая очень блуза. Это бренд, я в Берлине помню, был. Джинсы Ганни. Что тут еще? Еще Ганни, но неинтересное какое-то. А дальше все черненькое. Олдскулы. Какое платье. Это красиво. Очень необычно. Не знаю, почему все мигают, но хочу вам показать, как красиво. Кстати, никогда не мерила эти очки. Короче, мы припарковали машину, шли домой, услышали живую музыку. Стоим, слушаем. Тут оркестр играет такой, небольшой. Вот там они стоят, играют в окне. Так, образ на прогулку с Артемом. Надеюсь, мы зайдем в какие-нибудь магазины, выпьем кофе. У меня сегодня тату-светер с лонгслив, я давно его не носила. И сережки паче просто, по украинским брендам. Просто уже такая жара, я не знаю, как жить сейчас, сколько? 24 градуса. Я максимально стараюсь не надевать какую-то одежду суперлетнюю, потому что она мне уже очень быстро надоест, я уверена в этом. Стараюсь хотя бы чуть-чуть еще походить с длинным рукавом, в брюках. Потому что для меня это просто какое-то издевательство. Встретились с Артемом, мы так давно не виделись. Конечно, красивый какой, я не могу. И посмотрите, что. Ну вообще, все. Красота. У нас мэчится, ну-ка. Мэч просто. Красота. Сюда в смысле, что все, хватит булки есть. Что как бы в зал, что мы зря ходим. Но они тут такие красивые. Я не знаю, что мне делать с этим.
нравятся вот эти вот материальчики. Оно такое какое-то, такое симпатичное. Опять мы в Зару приперлись. У нас же уже Зара открылась в Киеве, представляешь? И Массима открылась, и Зара Хоум, и H&M. Наверное, да, весь. Да. Посмотри на это. Вау. Кстати, была какая-то красивая версия сумки, тоже типа вся в бисере. А мне нравится это, потому что она просто какая-то сумасшедшая. А вот. Она была похожа белая. Они такие, да, я видела белые. Слушай, они такие плотненькие. Прикольно. Кстати, стоят как для бисера недорого. Нет, интересно, это как-то машинно вышивалось автоматически? Я даже не знаю, как это. Отлично. У нас видно? Очень нравится мне этот тренч. Но я тебе говорю, вот все уже, послезавтра будет 30 градусов, и можно прощаться. Хочется ехать в Стокгольм куда-то. Какой-то кринж. Опа. Все, в Турцию? И в Турцию, ребят. И на пляж. Я приехала в Корк, а здесь борщ у всех. Сегодня съемка, поэтому вот. Утро начинается с чая детокс, с маски Dr. Chart и масочки Attach. Сейчас делаю еще маски для волос. Всем привет! Села с вами немножко поговорить и закончить свой макияж. Сегодня у меня будет небольшая съемка. Я вообще редко соглашаюсь на такие авантюры, но, знаете, давно такого не было. И мне девочка написала, в Instagram предложила пофотографировать меня, и мы решили с ней прогуляться, сделать обычную типа стрит-стайл съемку, ничего сверхъестественного, никакой студии, но я согласилась, и сейчас буду делать укладку, высушила вот волосы, сделала макияж, в принципе, сделала, но еще не закончила. Я хотела еще нанести немножко пудры и брови, потому что перед этим я снимала вам видео, как я делаю этот макияж, но, к сожалению, кое-что произошло с камерой, ничего не сохранилось. Но это не смертельно, подобное случается и, к сожалению, очень даже часто, когда ты снимаешь видео, все идет не по плану. Я сейчас буду наносить пудру Guerlain, она у меня давно, такая она, это какая-то рождественская история, то есть лимитка была когда-то, поэтому хочу ее нанести, чтобы сиять еще сильнее, чем сияю сейчас. Хотя я даже не знаю, куда еще сильнее. То есть, по идее, пудра должна как бы припудривать, но это, наоборот, добавляет блеск. Ну, кое-что, наверное, все-таки припудривает. Так, далее нужно доделать брови. Брови мы будем доделывать этим чудесным диоровским карандашом. В целом, на самом-то деле, меня прилично так посыпало. Как обычно, это все происходит супер не вовремя. Я пыталась убрать вот этот вот след, но как-то... Понятное дело, что все можно зафотошопить на фотографиях, но все равно хотелось бы как-то обойтись без этого, но, к сожалению, не в этот раз. На улице уже 26 градусов, а образы, в которых я собралась фотографироваться, их будет два. Один из образов — это блестящая юбка и розовый худи. 26, наверное, уже 27 градусов. На солнце все 30. Мне будет 100% жарко, но у нас не было вот этого периода весны. Я не успела ни относить эти вещи, ни отфотографировать их. Поэтому мне очень хочется иметь фотографии в этих вещах, в этом образе. Поэтому я, наверное, возьму его. И второй образ у меня будет просто обыкновенные черные брюки, белая рубашка и черные балетки. Потому что эти балетки Resurvet, которые я вам показывала в прошлый раз, я тоже не успела относить. Потому что как-то все, погода то была слишком холодно для балеток, теперь слишком жарко для балеток. Я не понимаю, как вообще жить, когда это глобальное потепление грядет. И, блин, уже в начале апреля у нас 30 градусов. Это просто какое-то ничего хорошего. В целом мой макияж закончен. Окончен. Я еще не завтракала, но я уже хочу потрясти губы. Потом еще доведу. Обожаю. Это Charlotte Tilbury Pillow Talk. Medium карандаш и классический обычный Pillow Talk помада. А знаете, сейчас модно вот так вот подводить губы. Так и пойдем, да? Моя любимая малышка. Самое интересное, что я в Париже купила еще одну, потому что я там еще со Стокгольма жила, и я думала, что она уже вот прям должна закончиться, но нет. Я ей пользуюсь каждый день с момента, как я ее купила в Стокгольме. И тут все еще что-то есть. Представляете? Что мой мейкап окончен. Я хочу сделать укладку
накрутить волосы на Philips, чтобы как-то оно подходило все под образ с розовым худи, а под образ с белой рубашкой или футболкой и черными брюками, ну, в любом случае будет всегда подходить все, ну, любая прическа. Поэтому думаю, что сейчас сделаю укладку для образа с блестящей юбкой. На ней все еще висит бирка, вот как я вам и показывала. Наконец-то я ее отфотографирую. Половину накрутила. Половина, значит, у меня сейчас такая. Половина такая. Как мне идет больше? Как вы считаете? Мне кажется, и так неплохо, конечно. Но так наряднее намного. Ну что, я закончила укладку. Вот так вот это все выглядит. У меня еще есть свободный час, слава богу. И я решила вам показать свои парфюмы, так как под видео-влогом из Парижа я прочла много комментариев на тему, что было бы неплохо рассказать о своих парфюмах, так как я показала Сантал, рассказала о нем, и я так понимаю, некоторым эта тема интересна, какие парфюмы я предпочитаю, чем я пользуюсь постоянно. Я думаю, что будет логично начать с самых моих любимых парфюмов. И парфюмов, которыми я пользуюсь чаще всего, их на самом деле двое. И первый из них это Лилаба Лабдану. Я его приобрела еще в Берлине, наверное, больше чем год назад, там почти 2 года назад. И пользуюсь им постоянно, и посмотрите, сколько осталось. Он пахнет... Многие пишут, что он пахнет детской присыпкой. Я не знаю почему, но вот под прошлым видео, когда я его показывала, мне так написали. Я этого не ощущаю. Для меня он пахнет каким-то, не знаю, чем-то очень мягким, чем-то приятным. В общем, это один из самых, наверное, нежных ароматов, которые у меня есть. И если вы вдруг не пробовали и любите, что это такое стойкое, но не супер насыщенное, то это, наверное, он. Это мой фаворит. Следующий мой фаворит, это, как я уже говорила в прошлом видео, Сантал 33. У меня не только этот объем, но у меня еще есть и был вот такой маленький. Там осталось, я не знаю сколько, здесь всего 15 мл, думаю, где-то 5 мл осталось. И я купила вот такой вот объем огромный, чтобы пользоваться им буквально каждый день. Сейчас тоже от меня им аромат Сантала на мне, и я не против добавить еще. Да, я люблю наносить побольше аромата, потому что мне кажется постоянно, что его никто не слышит. Ну вот, я не знаю, мне так кажется. Сантал — это вообще классика, и... это что-то такое древесное, некоторым он пахнет огурцом, для некоторых он пахнет деревом. Это очень узнаваемый аромат и мой второй фаворит. Далее мы будем идти, я не знаю, рандомно. Следующий аромат это ветивер от бренда, который, я даже не знаю, как он читается, Tangentegg. Я его купила в Стокгольме. Это... из всего этого списка, наверное, один из самых бюджетных ароматов. Стоил он около 100 евро, и он безумно приятно пахнет ветивером. Это не какой-то, знаете, сложный ветивер. Мне нравится мешать этот аромат вместе с санталом по какой-то причине. Мне нравится, как они сочетаются вместе. Он тоже такой легкий, достаточно летний, но это не туалетная вода, это именно парфюм, парфюмированная вода. И это английский бренд, насколько я знаю. У них еще есть кремы для рук, кремы для тела. Вот такой вот похожий уход. В общем, мне очень нравится, как он пахнет. И помню, в Стокгольме за соседним столиком кофейни ребята сделали мне комплимент, что от меня очень приятно пахнет, что-то такое. Я им показала его. Они его даже сфотографировали, сказали, что в бутылочке он пахнет не так, как он раскрывается на мне. То есть немножко другой аромат они услышали от меня. Так что я могу сказать вам только то о том, как он пахнет в баночке. Наверное, на каждом, конечно же, аромат раскрывается по-разному. И вот да, мне очень нравится, как от меня им пахнет. Тут уже немного осталось. В целом, сама баночка не тяжелая, потому что это не стекло. Не знаю, алюминий или что-то подобное. Но пользуюсь я им очень часто. Наверное, мы идем, от тех ароматов, которыми я пользуюсь прям буквально очень часто, и переходим к тем, которыми я пользуюсь не так часто. Следующий аромат, это будет аромат, который меня немножко так подзадолбал. Я даже не знаю, как еще выразиться. Это аромат Байреда Балдефрик, Балде Африка, в общем, Байреда. И среди огромного выбора ароматов Байреда в том году я выбрала именно этот. Мне он показался безумно шикарным. Наверное, он действительно такой есть. Это шикарный такой летний аромат. Вот у меня он ассоциируется с летом. Но так как я, когда мы улетели на месяц в Черногорию, совершила ошибку только его и пользовалась месяц только им,
Я вам не могу передать, насколько он мне надоел. Никогда так не делайте, я вас прошу. Ну, это аромат, который я любила, он мне нравился. Но из-за того, что я им пользовалась постоянно, на ежедневной основе, я не знаю, как к нему возвращаться. Возможно, этим летом он откроется как-то по-новому для меня. Но он у меня очень сильно ассоциируется с той поездкой в Черногорию. В той поездке было много хорошего, но также были какие-то очень плохие вещи для меня. Поэтому, не знаю, у меня такая ассоциация с ним немножко непонятная. Возможно, пусть он стоит дальше и как-то изменится. Ароматы имеют свойство меняться. Это я вам тоже сейчас расскажу. Переходим к следующему аромату, с которым у меня знакомство произошло такое, наверное, не самое удачное, но сейчас все окей. Это аромат Kilian Black Phantom. Он достаточно популярный. Этот аромат пахнет ромом, алкоголем, не знаю, как по мне, даже немножко костром и чем-то сладким. То есть я люблю такие сильные прям какие-то ароматы серьезные. Вот мне не нравятся, но в последнее время на мне именно, они мне не прям очень нравятся. Но в баночке этот вообще мне показался топовым. Помню, купила его в прошлом году в марте. И первое время им пользовалась, не понимала, в чем проблема. Проблема оказалась в том, что он терял свое свойство, перестал как-то... Я его переставала слышать не только я, и все окружающие. Я даже проводила тесты. Я брызгала на кожу, на кожаную куртку, на одежду брызгала его. Наносила, извините, как правильно. Не уверена. И он терял, ну, я его совершенно не ощущала. И мне кто-то из моих подписчиков написал, что такая же ситуация с этим же ароматом, и что его нужно отставить на время на полку. Я его действительно убрала на полгода в темное место, и он, как будто там, знаете, что-то в нем перевернулось. Вот я его сейчас стараюсь сильно не шатать, чтобы все так и оставалось. А что-то в нем с ним произошло, что он начал дольше держаться. Уменьшилось количество спирта, потому что раньше, когда я им пользовалась, у меня первые 5 минут болела голова, я прям чувствовала спирт. Сейчас я чувствую действительно именно масла этого аромата, он действительно такой насыщенный, мне делают комплименты, когда я с ним, окружающие его тоже ощущают, но это такой, скажу, унисекс, во-первых, очень жесткий унисекс, мужчинам он тоже подходит, и он очень насыщенный, поэтому это для, знаете, я его использую на какие-то вечера, возможно, куда-то в бар, либо на вечеринку, либо куда-то вечером. Вот он, не скажу, что дневной. Точнее, скажу, что он не особо-то дневной, поэтому он классный прям. Это, знаете, я использовала вот столько за год. То есть, я не знаю, сколько еще, 3 года ему стоять. Ну, я за это последнее время не очень люблю большие ароматы. Для меня 50 мл, но это просто на несколько лет. Я люблю что-то менять. Например, как с Байреда получилось, что у меня 50 мл, но для меня это много. Я бы, возможно, уже с кем-то там и поменялась им, потому что просто слишком много этого Байреда. Следующий аромат. Два аромата. Один мой и Вовин. Вовин тоже раньше пользовался. А один Вовин, иногда я тоже могу. Это ароматы. Боже, баночка такая. И Медио. Или Initio, но насколько я знаю, правильно все-таки Initio. Что я хочу о нем сказать? Вот это вот мой. И этот аромат. Тут 100 мл. Мне его подарили на 23 года. Сейчас мне будет исполняться уже больше. В общем, это баночки уже 3 года. И она не заканчивается, не теряет свои свойства. Невероятно пахнет. Я, наверное, должна была его поставить следом за лабданумом, потому что... Это, или даже перед лабданумом. Я как-то, знаете, забыла о нем, пока показывала. Потому что я им редко пользуюсь, тут немного осталось. Мне не хочется, знаете, терять эту баночку не хочется. Во-первых, она связана с какими-то приятными моментами, с днем рождения, с 21-м годом. Это один из моих любимых годов в моей жизни, это 2021 год. Это год, когда было все идеально, не было никаких проблем, закончился коронавирус, не началась еще война, было все шикарно. Так вот, этот аромат, что там? Выше, чем, не знаю, что-то хорошее для меня. Это Psychedelic Love. Если я вам не сказала название. Называется аромат Psychedelic Love. Следующий аромат, которым пользуется Вова чаще всего. Так что он у меня ассоциируется очень с ним. И он у меня ассоциируется с печеньем, с выпечкой. Тоже с каким-то, знаете, с пряностью, с выпечкой.
с каким-то даже, возможно, алкоголем. Называется Абсолют Афродизиак. Классный аромат. Попробовали мы его первый раз в Будапеште. Тут у нас продается, вообще везде продаются эти ароматы, эти Бареда, Инитио, там куча всякого разного еще. То есть не проблема его найти здесь. Тоже эта баночка бесконечная, она такая тяжелая, 100 мл. И да, вот эти два аромата очень классные. В принципе, в этом бренде все ароматы, вот, я много попробовала разных. Я бы, наверное, с закрытыми глазами любой бы выбрала, и он бы мне подошел. Ну, не то чтобы прям я была без ума от него, но он, я была бы не против. В принципе, если что, хороший подарок для меня. В течение нескольких лет вам эти ароматы показываю, потому что они не заканчиваются. Когда их много, они не заканчиваются. Следующий аромат. Это Van Cleef Oud Blanche. Вот так он выглядит. У него уже такая, видите, намокла наклейка. Что я могу о нем сказать? Последнее время почти не пользуюсь, хотя раньше пользовалась постоянно. Покупала его в Брокарде, в Полтаве, спустя месяц после начала войны, когда я переехала из Харькова в Полтаву. Все было закрыто, но работал Брокард. А я уже соскучилась за этими покупками, за вот этим ощущением нормальной жизни. И я купила этот аромат. Он у меня ассоциируется с тем временем. Он тоже такой достаточно пряный, чуть-чуть отдает какой-то, я не знаю, пеплом, возможно. Следующий аромат – это Tom Ford, который также не заканчивается. Я его использую летом на протяжении уже 3 лет, наверное. Он очень легкий, он пахнет морем, пахнет тоже какой-то сладостью. Я уверена, многие знакомы с этим ароматом, но я его не могу добить. Не получается. Пользуюсь, но я реально его не жалею. Я им пользуюсь дома, на улице, вообще везде, летом. Вот я летом пользуюсь этим ароматом и лабданумом, и санталом. Ну, в том году пользовалась Пайреда, и все пошло не по плану. Классный аромат, но очень легкий. И действительно, мне хочется покупать ароматы в последнее время только по 10 мл, чтобы я им попользовалась и забыла о нем, и у меня появился какой-то еще аромат, ну, чтобы мне было интересно. Вот мне сейчас еще очень нравится Moonlight in Heaven, вроде так называется, от Killian. Очень приятный аромат, супер летний, попробуйте обязательно, если любите такую тоже сладость и свежесть, и лимончик, вот что-то такое, у меня такая ассоциация. Следующий. В принципе, ароматы закончились. У меня очень много сэмплов. Очень много. Я ими тоже часто пользуюсь. И я даже знаю, если мне предлагают дать какие-то сэмплы, я даже знаю всегда, что просить. И мне этих сэмплов, на самом-то деле, маленьких ароматов, хватает на очень долго. Я могу этими не пользоваться, полноценными, полномерными баночками, пользоваться сэмплом. У меня здесь еще осталось 2 аромата. Они, наверное, я бы назвала их бюджетными. Я их купила в Дугласе. Это был набор из 3 ароматов. Еще был... Что еще был? Еще какой-то аромат был, но его разбило, к сожалению. Это вот такие вот десяточки по... Или сколько тут? 10 мл? 7,5 мл. Бренд называется Molton Brown. Это английский бренд. И ароматы... Туалетная вода. Ароматы Oud Accord and Gold. И еще один аромат Black Pepper. Black Pepper – это классический черный перец, который не какой-то сложный. Вот обычный черный перец, аромат вот этот популярный, распяренный. Тут на самом-то деле немножко осталось, потому что именно этот Black Pepper мне, Black Pepper мне нравится. И я его беру с собой в сумочку, знаете, если чисто так как-то добавить аромата. Этот я не особо поняла аромат, называется он вот этот вот Oud Accord and Gold. Что-то, знаете, как будто они все одинаковые. Самые любимые, те, что советую прям попробовать, это Сантал, если вы вдруг еще не пробовали, Лабданум и Психоделик Лав. Просто моя любовь. Даже жалко делиться, хотя он на самом деле популярный. Вот я и показала все свои ароматы. Я надеюсь, вам было интересно. Можете написать какой-то комментарий, если у вас есть этот аромат, или у вас были какие-то проблемы с этими ароматами. Либо просто напишите в комментариях ваш самый любимый аромат. Если это какая-то ниша, мне вообще будет очень интересно почитать. В целом, комментарии очень помогают моему каналу в развитии. А если это еще интересные комментарии, на тему которых мы с вами можем еще переписываться, пообщаться, то вообще супер. А ароматами я как раз интересуюсь.
Ну что сказать, я уже выхожу. Это мой такой вот образ сегодня для фоток. Не знаю, конечно, возможно, выгляжу немножко как выпускница, но ничего особо больше мне в голову не пришло. В качестве идеи хочу взять с собой штатив, чтобы поснимать, как мы будем фотографироваться. Сейчас вызову такси, которое отвезет меня до машины, потому что у меня с собой столько вещей. Без машины не очень классно будет. А на улице такая уже жара, что я просто с пакетом не дойду до машины в нормальном состоянии. Так, значит, я уже приехала. Приехала я, конечно же, раньше на полчаса. И жду. Жду назначенное время. Возьму штатив, в камеру, пойду к Луи. Ну, кофейне там, где мы договорились встретиться. Поснимаю еще, как я фотографируюсь. Вот. Что же еще такого вам рассказать интересного? Я не знаю. Мне кажется, получится все. Я не знаю, чего ожидать. Потому что я не фотографировалась уже очень-очень давно. Я не помню, как это делать, честно, совсем. Поэтому мне непривычно. Наконец-то сезон холодных напитков. Я ж скучала. В общем, мы закончили. Это было недолго. Это было не страшно. Мне все очень понравилось. Я рада, что я согласилась. Я не знаю, какой будет результат. Вроде бы у нас... Я посмотрела фотографии, получилось все очень хорошо. Ну, знаете, просто даже приятное времяпровождение, когда ты отвлекаешься, фотографируешься, занимаешься тем, что тебе больше всего нравится. Фотографируешься, снимаешь видео. Я что-то напротив света снимала, простите, наверное, вы ничего не увидели. Я рада, что я тогда купила за копейки на сейле, и она мне так сильно пригодилась. Всем спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. Я так понимаю, оно получилось длинное. Мне очень приятно, что вы досмотрели до этого момента. Обязательно пишите комментарии под видео, так как это помогает моему каналу в развитии больше, чем что-либо еще. Так что увидимся в следующем видео. До скорых встреч. Пока!